разговор. Вот. Ну, единственное, что я скажу. Вот обратите внимание еще раз, чтобы, если вы хотите сделать теплицу, а мы не заходили вчера, а не заходили, делать теплицу, то вот она такая, это, насквозь продуваемая. Единственный шанс сохранить хотя бы персики. Я сделал свежие фотографии, видите, они уперлись в стену. Вот. А обрезаны были вот здесь, вот, вот, вот на этом уровне. Вот. То есть, оказывается, я в персиках ничего не понимал. Я имею в виду, я и так-то в них мало понимал. Почему? Я когда-то укрывал, они сопревали в мокром снегу. Я перестал укрывать. Плюнул на все. А тогда они начали плодоносить. Когда я перестал с ними работать, да. Вот. А теплица, ну, интересно было. Ну, в общем, вроде что-то будет. Что будет дальше, посмотрим. Я просто хочу сказать, теплица должна продаваться во всех четыре стороны. С юга на север, с запада на восток. Вот это. Вот. И это у меня наитие такое было. Я заплатил 300 рублей, чтобы мне натаскали снега. Прям ведрами таскали. Вот. За зиму она не растаяла. Значит, все нормально, теплица, потому что если бы снег растаял, это уже ненормально. Она бы раньше бы проснулись, а нельзя, чтобы раньше просыпалась. Все, вот на этот вопрос я отвечал, как бы закончил вот этим снимком. Потому что растет бешеными темпами. Я уже снимок делал, этот еще снимок ярче, а этот еще ярче. Вот. Вот это вот фотография. На водолёк.